Он работал в кузнице на шарикопочетниковом заводе 50 лет октября. И все бы ничего, если бы не японцы, которые перешли ему дорогу на красный свет. Он знал расклад и понимал, что к чему. Он не мог понять только одного. Кто эта девка в гребаных штанах Спанч Боба? Его звали Молот. КГБ. Спецназ ВСССР. ЖКХ. Прости, господи. Япошки попали под наковальню. У него был скверный характер. Он уважает только трехпалого токаря дяди Игоря, кассира Яна и своего кота Святогора, потому что тот не срет его тапки. Get up, Hammer! Вставай, молот, что ты разлегся, твою мать. Hammer. Молот. Hold tight, hold tight, hold tight, yeah, yeah, yeah.
second chef. Just wrap around the calendar. Hold tight, catch a rest. Can you set me up for Zaya? His name was... Его звали Молот. Почему ты так на меня смотришь? По заказу компании Siemens Production. Перевела и озвучила Таня Лас.